Привет, друзья, это исследователь. Расскажу, как обманывают в магазинах. Это магазин «Лента». Обманули они тут с картошкой, причем не первый раз у них такая путаница, и почему-то все время в отрицательную сторону для покупателя. Наверное, я думаю, это не случайность. Вот картофель молодой, красный. НДС, видите, 10%. Цена по карточке 39 рублей 99 копеек. На фотке, ой, блин, на фотке, на ценнике было 30 рублей 99 копеек. Или 90, что-то я подзабыл. В общем, на 9 рублей дешевле. Я это запомнил, поэтому и купил. Картошка грязная, мелкая, рядом была за 39. Крупная, поэтому, естественно, мелкая красная столько не может стоить. Путаница произошла из-за того, что там есть менеджер, такой парень, лет 25 ему. Что-то он понапутал, а те, кто вешали, это люди, приехавшие азиаты, которые тоже все путают, но только хуже здесь делают, и так ситуация тяжелая. Там еще подошла тетя, какая-то администратор. Она быстро все поняла, но не стала делать перерасчет, что должна была сделать при оплате картой. Просто бы другую сумму ввели, и там 6 рублей с чем-то 50 копеек бы отдали. Просто отдали мне какими-то монетами с кассы, она вытащила. То есть они, получается, видно, постояк. Что-то лишнюю цену пропихивают людям. Ну, большинство людей и не замечают. Мне кажется, никто и не заметил. Ну, я на страже народа, прогресса, общества. А не как какие-то нелепые блогеры, которые себя показывают, какую-то рожу, что-то еще, кривляния нет. Ребята, все для прогресса. Пока. Смотрите чеки, но на самом деле это государство вас всегда обманывает. Это уже следствие.